В Одинцовском округе появились еще два фондомата – пункты для приема на переработку пластиковой и алюминиевой тары в обмен на специальные чеки с QR-кодом. Один аппарат установлен на стоянке парка Малевича, а второй – возле входной группы в парк Раздолье. Как сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов, автоматы подключены и готовы к работе.